В лесу рядом с деревней Митькино находится могила неизвестного солдата. На табличке только имя – Петр. Добраться до нее сложно, вокруг бурелом и болото. Однако группа волонтеров это не останавливает. Вооружившись бензопилой, краской и лопатой, они отправляются к месту назначения. Мы все идем на бессмертном полку с фотографиями наших предков-героев. Но ведь бессмертный полк, он начинается здесь, у могил наших героев. Эти могилы должны быть ухожены. Захоронение в свое время нашел, занимаясь поиском могилы своего деда, сосед одного из волонтеров, Вячеслава, и стал за ней ухаживать. Сегодня здесь установлены крест и ограда. Волонтеры обновили краску на них, а неподалеку высадили две яблони. Конечно, шикарно было бы, если бы вообще родственники нашлись. У меня, между прочим, дед тоже пропал без вести. Одно письмо в 41-м, и все, и никаких концов, и где можно вообще оказаться, что это он лежит. То есть пути неисповедимы вообще. В ближайшее время волонтеры планируют установить на могиле обелиск. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».